Неистовый латиноамериканский темперамент вложили в свое выступление аргентинцы. Коллектив «Малево Маламба» — это танец не только с барабанами, но и с шарами бало. Их иногда еще используют для борьбы с противником. Любимый танец коллектива, конечно, маламба, но танцует аргентинская танго и испанская фламенко. Для фламенко у нас специальные каблуки и накладки. Это мужской коллектив. Вместе мы танцуем 3 года, и большинство из нас танцуют с самого юного возраста. Кто-то с 3, кто-то с 12 лет. Мы впервые в России, в Санкт-Петербурге. Большое спасибо за фестиваль.